Моя непослушная доченька там. Друзья, цикорий, вот утром он цветет. И к обеду уже все, все цветы закрыты. Как будто вообще их не было. А вот такой же с меня ростом сорняк недалеко от нас по дороге в садик. Друзья, всем привет. Так, надо сегодня крышу накрывать. Вчера собрался спать, что-то гром гремит. Думаю, ничего себе. Ну, не было дождя, слава богу. Вчера еще лазил ночью, уровень выставлял. У меня лазерный уровень, его днем не видно. Ночью вот повставлял электроды. Вот он электрод, то есть верх электрода, это вот один уровень. Это там на том углу также поставил. Как-то странно, я вам скажу. Вот внизу разница большая по уровню, а вверху на крыше уровень, то есть внутри потолки на разном уровне стоят. А здесь вроде бы все как на одном уровне. Не знаю, как еще буду на углах здесь. Надо же, наверное, до стены как-то там будет. Тут солому убрать или что тут. Буду фантазировать. Осы что-то еще летают. Пытаются найти, наверное, пристанище. Конечно, много гнезд вчера разорил. В общем, сейчас буду думать, фантазировать, как это все делать. Пойдем на улицу, коза. Это всех притягивает к козам, да? Что вам у коз здесь нравится? Поделитесь. Ой! Ой! Ой, 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 все ко мне, да? Ой. Слушайтесь, мамку. Хожу, друзья, кругами. Думаю, вот крыша стояла ни на чем практически. Теперь надо поставить ни на что. Ну, что-то там, конечно, есть.
Вообще фантазии особо не хватает. С чего начинать, как начинать?
В общем, как-то так вот, друзья. Вот такой вот. Вот такой деталька. Вот, я успел сбегать к соседу, он у меня строитель. Вот, поинтересовался уклон, какой нужен. То есть минимум 10 сантиметров на один лист шифера. Здесь у меня... Ади, рулетка, сейчас. Здесь у меня будет 1,44 м даже. Это значит 0,5 м на один лист шифера. Вот. Как бы это хорошо. Сейчас мне надо таких заготовок наделать. Побольше, наверное. Вот. И потом буду сбивать это все. На земле собью. Побольше, не знаю сколько. Вот я говорю побольше, а сколько, сам не знаю. Где там крыша моя за деревьями. Я еще с шифером до конца не определился. Может, придется покупать. Ой. Друзья, вообще голова кругом. Не знаю, что робить. Ну, пока вот это делаю. Я думаю, да, оно будет по мере продвижения, думаю, будут разрешаться мелкие вопросы, мелкие проблемы, которые в голове. Надо делать. Тяжеловато, конечно, когда один все делаешь сам. Вот. Ну. Вчера пошел брата попросить. Он сегодня закончился отпуск, он сегодня на работе. Может, вечерком, конечно, если нужна будет помощь, поможет, но пока буду заниматься один. Так, это доски с крыши. Я не ожидал, что так мало досок будет, но там еще в хоздворе немного. Ну. Так, я их думаю тоже использовать частично. Они не гнилые, ничего там. Штучно кое-какие гнилые.